Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Строительные компании обяжут раскрывать больше информации о новостройках. Согласно новым требованиям 214-го федерального закона, информационное наполнение сайта того или иного возводимого объекта значительно расширилось. Если ранее застройщик мог указывать на ресурсе только коммерческие показатели, например, цену квадратного метра, то теперь он обязан размещать максимальное количество сведений, которые позволят потенциальным дольщикам в полном объеме получить информацию как о строительной организации, так и об объекте строительства. За нарушения, касающиеся утаивания информации на сайте, предусмотрены значительные штрафы. Дайджест недвижимости. Торговый павильон на перекрестке Воровского и Производственной обязали демонтировать. Такое решение принял арбитражный суд Кировской области, удовлетворив иск Кировской теплоснабжающей компании. Объект возведен в охранной зоне магистральной теплотрассы и может помешать ремонтным работам по реконструкции участка теплосети, которые намечены на лето этого года. Индивидуальный предприниматель согласовал использование земли с жильцами дома, к которому относится земельный участок, однако не получил разрешения КТК на возведение объекта. У бизнесмена есть менее месяца для раздумий – обжаловать решение арбитражного суда или исполнить его. Суд обязал демонтировать НТО в течение 15 дней. Сейчас эксплуатация павильона приостановлена. Дайджест недвижимости. Специализированная выставка «Строительный сезон. Загородный дом» открылась в областной филармонии. Ее посетители познакомят со всеми аспектами строительства – от подбора земельного участка до обустройства жилых помещений, включая системы отопления и инженерные коммуникации. Представлены такие разделы, как малоэтажные дома и загородные комплексы, земельные участки, строительные услуги, материалы и технологии, ремонт и дизайн. Также в рамках выставки проходят круглые столы, демонстрации строительных материалов и технологий, экскурсии на объекты недвижимости. Выставка будет работать до 23 марта включительно, вход свободный. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.